Россия не ослабляет интерес к Приднестровью. Москва внимательно следит за всем, что происходит в нашей стране и вокруг. Ситуацию президент Вадим Красносельский обсудил с Дмитрием Казаком. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя администрации президента России. В СМИ пишут, именно Казак теперь курирует политику Москвы на постсоветском пространстве. Вадим Красносельский и Дмитрий Казак подробно обсудили ситуацию в переговорном процессе. Говорили о негативных тенденциях, связанных с нерегулированностью ряда застарелых острых вопросов, а также о новых проблемах, с которыми сталкиваются жители Приднестровья в связи с односторонними действиями Молдовы. Собеседники едины во мнении о необходимости скорейшей и полноценной реализации ранее достигнутых договоренностей и неприемлемости создания искусственных осложнений на всех уровнях переговорного процесса. Отношения по линии Кишинев-Тирасполь обсудили и в МИДе России. Там президент Красносельский провел встречу с Андреем Руденко, заместителем российского министра иностранных дел. Говорили о снижении динамики в переговорах. Кроме того, озвучили общую позицию Москвы и Тирасполя. Нужно как можно скорее провести переговоры в формате 5+2. Официальное представительство Приднестровья в России – круглый стол в честь годовщины работы нашего дипведомства в Москве. В нем принимают участие представители руководства республики и известные российские политики. Среди них сенаторы Игорь Морозов и Алексей Пушков. Министр иностранных дел Виталий Игнатьев говорит о новых проблемах в отношениях с Молдовой. Этот год, который у нас только начался, он у нас стартовал с проблемы, с ограничений для приднестровского автотранспорта. Кишинев без предупреждения, без информирования людей. Люди на новогодние праздники едут на Украину через молдавскую территорию. И Молдова начала останавливать наши автомобили и возвращать обратно автомобили, маршрутные такси. Люди пострадали. Мы вынуждены были реагировать. Заявили о том, что мы ведем ответные зеркальные меры. Ситуация купирована, но она не урегулирована в принципе. Обсуждали в Москве и работу нашего официального представительства. Президент Вадим Красносельский обозначил основные задачи дипведомства. Это связь с нашими соотечественниками, которые по той или иной причине оказались в Российской Федерации. Имеют, конечно, свои проблемы, свои трудности, это жизнь, они и понятны. И поэтому, чтобы люди элементарно могли куда-то обратиться за помощью, и в этих целях и было создано представительство, одна из задач. Вторая задача связано с тем, что, к сожалению, я это могу констатировать совершенно точно, очень мало информации о Приднестровье как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации. Как можно больше рассказывать о нашей республике, причем везде, где только можно, задача от президента. В представительстве состоялась презентация Приднестровья о том, что сейчас делается в нашей стране. Если бы вот эту презентацию показывали в каком-то из субъектов нашей страны, да, то мы бы понимали, перед нами национальные проекты в лучшей реализации того, что указано в президентском послании. Послушайте, 13,5 тысяч рабочих мест новых, это вообще любой субъект может просто позавидовать. Та реализация экономической политики, социальной сферы, которую мы увидели, ну это просто великолепно, при том небольшом ресурсе, который имеет республика. Я считаю, что у Приднестровской республики сейчас появляются дополнительные моральные и политические основания для странотворчества, я бы вот так это назвал. Понимаете? То есть сейчас у вас аргументация, кто бы там ни топал ногами и чего-то там не кричал, вот, а все равно мир меняется. И меняется он именно в сторону появления таких вопросов, которые не решаются прежней нормативной и международно-правовой базой. В нашем представительстве президент провел прием граждан. Каждый день сюда обращаются за поддержкой. Интересуются вопросами получения гражданства Приднестровья, прохождения военной службы, признания документов. Здесь же в представительстве проходят официальные встречи, круглые столы, презентации важных изданий. Особое место занимает работа на площадке Организации Объединенных Наций. За прошлый год Леонид Монаков 4 раза озвучивал позицию Приднестровья в ООН. Дипломат рассказывал о системных нарушениях прав приднестровцев со стороны Молдовы, о языковой политике, призывал к миру и сотрудничеству с Приднестровьем. Тирасполь открыт и ждет, когда мировое сообщество ответит взаимностью.